На часах еще не было и 8 утра, а саровчане уже подходили к своим избирательным участкам, чтобы отдать голос за одного из кандидатов на пост губернатора области. Всего в голосовании приняли участие почти 34 тысячи жителей нашего города. Некоторые приходили целыми семьями. Жители должны поддержать и стратегию развития Нижегородской области, и того человека, который поведет эту стратегию вперед. Программа развития Сарова, программа создания научно-образовательного центра, программа развития кластера – все завязано именно в этой стратегии. Все мероприятия, которые есть сейчас и прописаны по городу Сарову, они также включены в стратегию развития Нижегородской области, поэтому не проголосовать просто нельзя. В этот день жители смогли выразить свое отношение по поводу проекта «Стратегия развития 2035». В обсуждении этого документа изначально приняли участие эксперты из различных сфер деятельности. Но что потом произошло потом, это вообще беспрецедентная, по крайней мере, у нас в регионе, а может быть даже и в стране процедура. Это когда разные люди, трудовые коллективы, общественные организации приняли участие в широком общественном обсуждении, внесли достаточно много предложений. Сейчас они будут проанализированы, если голосование пройдет должным образом и за стратегию люди выскажутся, поддержат ее, то документ будет существенно доработан и действительно станет народным в полной мере. Многие из тех, кто пришел в этот день на избирательные участки, отметили, что голосуют не для того, чтобы просто выполнить свой гражданский долг, а верят, что действительно могут повлиять на судьбу нашего региона и города. На сегодняшний момент по состоянию на час дня явка на моем участке около 500 человек. Это примерно 25% избирателей. Все проходит в штатном установленном порядке. Люди приходят, делают свой выбор, голосуют. На сегодняшний момент нарушений не зафиксировано. В Сарове подсчет голосов уже закончен. По данным территориальной избирательной комиссии, явка в нашем городе составила более 40%. Чуть больше 6% горожан отдали свой голос за Александра Быкова, 86% за Клочкову, чуть больше 12% за Курдюмова, 24,8% набрал Егоров. Более 40% саровчан проголосовали за Глеба Никитина. В целом по области действующий врел губернатора также занимает лидирующую позицию. За него проголосовали 67,7% жителей региона. Мария Руинч, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.